1985 год, когда родилась великая задумка. Момент озарения настал, когда Хелен, лингвист по профессии и молодая мама, наблюдала за обучением своей 4-летней дочери игре на скрипке. Так родился новый метод, который учит детей английскому просто и естественно, так же, как они познают родной язык через регулярное фоновое прослушивание и позитивное подкрепление их попыток говорить. Это особенно весело и интересно с музыкой и играми, добавленными в структурированные курсы. Новость разлетелась, и Хелен приступила к обучению преподавателей, чтобы удовлетворить высокий спрос на уникальную методику. Увлеченные педагогикой люди со всего мира стали присоединяться к франшизе. Новое озарение. Если дети могут свободно изучать английский язык, то смогут и математику. Новая методика была создана с упором на развитие естественного таланта ребенка к математике. С ростом компании 1 миллион учащихся оценил революционную методику обучения. Чем раньше происходит естественное освоение иностранного языка, тем оно успешнее. Разработана специальная программа для новорожденных детей и их родителей. Уникальные программы расширяют возможности метода для обучения больших групп. Подросткам нужны личное пространство, актуальные темы и музыка, поэтому создаются курсы под их потребности. TeenBuzz – онлайн-радио полностью на английском, доступное 24/7. Хит среди слушателей в более чем 100 странах. Привносит новейшие технологии в обучение благодаря множеству приложений для всех возрастов и уровней. Каждый день дети с пользой занимаются разными видами деятельности и получают актуальное и вдохновляющее образование в соответствии с высочайшими стандартами. А мы продолжаем расти. Ценности и стремление сделать мир лучше напрямую отражены в ценностях компании и общественных проектах в разных странах. Цифровые ресурсы Хелен Дарон активно задействуются и постоянно совершенствуются, чтобы не дать детям заскучать без обучения во время локдауна в связи с COVID-19. Международная сеть Хелен Дарон получила признание в виде различных международных наград. Меняем представление об образовании, возглавляем перемены, меняем мир! Хелен Дарон, 35 лет, успешного обучения.